Настало время заняться тобой. О, оба-на. Холодный запуск. Загоняем тачку в Race Face. Будем обслуживать подвеску, менять масла, фильтра. Хочу поменять подрамник, поменять задние рычаги. Также ждем рычаги от ЕПБ Омск, передние. Вот. Ну, в общем, все проверяем, обслуживаем и готовим машину к Белгороду. Также в планах нужно починить бампер, а то ему уже совсем плохо. Вот, нужно подклеить, лишнее обрезать, покрасить. Наверное, все-таки буду менять это крыло, потому что, ну, сильно много мороки с ним, и оставим его на потом. Соответственно, правое тоже поменяю. Вот уже новые крылышки лежат. Нужно либо покрасить, либо обтянуть багажник. Ну, чтобы машина, в общем, смотрелась на трассе красиво. Ну и, наконец-то, я думаю, наклеим винил. Тут у нас, в общем, на любой вкус. Японцы, американцы, немцы. А следующая остановка — это компания 200 градусов. Как помните, в Рязани моя ТЕшка погибла от слова полностью. Вот. И так как теперь таких дисков нигде не купить, у меня была пара еще одних 18-шек, и вот решили покрасить их в такой похожий цвет. В принципе, цель достигнута. Обуваем сюда Хэнкок и ставим на морду. Ну и привез еще один подрамник, который мы заранее обварили. Вот, пойдет он в пескоструй и покрасим его в какой-нибудь красивый цвет. Кстати, есть варианты? Какой лучше думать? По мне так красный кэнди на чайзере смотрелся неплохо.